саженцы розы, парковый пинк Грайтендорс, стойкий сорт, зимующий без укрытий и обильно цветущий кудрявыми малиновыми соцветиями, похожими на гвоздики. Такой интересный эффект дают резные кончики лепестков, которых в плотном бутоне может содержаться до 40 штук. Цветы не подгнивают после дождей и хорошо держатся на ярком солнце. Кусты вырастают до 1,7 метра, форма кроны ажурная и прозрачная, побеги усеяны мелкими шипами. Листва светло-зеленого оттенка. Растение хорошо отзывается на подкормку перед цветением, которое начинается в июне и длится до конца сезона. Особого ухода сорт не требует. Особенности посадки розы Пинграйтендорст. Нуждается в открытых, проветриваемых участках. Хорошо развивается на любой почве, но предпочитает суглинистую и питательную. Нежелательно высаживать вблизи деревьев. Роза парковая Пинграйтендорст – это кустарники высотой 150 см с типом роста, сильнорослый, диаметром 125 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Аромат у цветов средний. Окраска цветка розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 3 до 4 см. На цветоносе обычно располагается более 6 цветков. Весной листва по цвету бледно-зеленые. Розу парковую Пинграйтендорст создал Грутендорст. Годом создания растений считается 1923. Растение заслуженно завоевало следующие награды: победитель многих конкурсов Американского общества розоводов ААРС 1999-2001. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.